Все работают у всех, ваша организация, чтобы у вас... Большое спасибо. Будем стараться. В холодное время года бойцам важно иметь не только надежную экипировку, но и качественную одежду, которая будет спасать от морозов. На этот раз свою инициативу проявили добровольцы из Одинцова Георгий Аванесов и Игорь Шевченко, которые передали 34 теплых костюма участникам спецоперации. Депутат Мособлдумы, член фракции «Единая Россия» Дмитрий Голубков поблагодарил их за труд и вручил благодарственные письма. Просто решили для себя, что мы не имеем морального права остаться в стороне. Вы изъявили желание помогать нашим ребятам на передке, чем сможем, чем поможем, чтобы им было тепло, комфортно, сыты, и они с честью отстаивали безопасность. Неравнодушные жители продолжают приносить пункт сбора гуманитарной помощи на улице маршала Жукова все самое необходимое для военных, жителей освобожденных территорий и беженцев. Самое главное, конечно же, предметы первой необходимости – медикаменты, продукты и теплая одежда. Екатерина Крамер, Олег Мещерский, телекомпания «Одинцова».